Всем привет, с вами Павел, и сегодня хочу вам показать на мой самодельный кастомный Лего Дэдпул. Вот такой вот он получился. Мне кажется, неплохо. Ладно, начнем к обзору. Тут вот, как вы видите, такие вот самодельные принты. Вот, ноги поменял ему так сильно. Голова. Голова вообще-то это со Спайдермена. Я просто взял ацетон, стер и нарисовал вот эти черные такие пятна. И это, кстати, лак. Это обычный лак. Ничего странного. Вот это все черное, это обычный маркер. Говорю сразу, это не краска, это обычный маркер. Я там не клеил листики никакие. Это просто маркер. И все. Кроме вот это лак. И это само Лего, вот это вот все. Ладно, повернем его. Тут мы видим у него ножны, в которых две катаны. Вот, можно ему вот их дать. Ну, кстати, хорошо с ними смотрится. Мне показалось, что Дэдпул довольно, как бы... Вообще-то из Марвел это мой любимый такой герой или антигерой. Ну, персонаж, вот, лучше всего так сказать, персонаж. Но покупать набор целый, который на eBay $80 стоит, это как-то слишком. И покупать отдельно Дэдпула как-то вот не хочется. На наших сайтах его про в принципе нет, а на eBay как-то, ну, $80 за весь набор. И там... У топовых покупателей они стоят, Дэдпул один стоит по $30, $40, а у таких непроверенных стоит всего-навсего, да, $2 были, но как-то они не популярны. Если посмотреть там, откуда человек продает, то там Гонконг, это Китай, грубо говоря, и поэтому мне вот я сделал самодельного Дэдпула, и мне кажется, он даже вот насчет головы даже не уступает оригиналу. Оцените его в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!